Привет, пришла очередная посылочка из Китая, с сайта AliExpress. Сейчас мы вскроем и посмотрим, что здесь. Ну, кстати, немножечко уже порвана. Кто-то ее, походу, уже разрезал или разрывал. Ну, давайте тогда без ножа обойдемся. Здесь у нас зимний комплект. Зимний комплект. Где-то открывается. Шапка и что-то нечто, ну скажем так, шарфа, но это не шарф, а под горло. Какая-то типа накидка или надевка, я даже не знаю. Тут вот смотрите, китаец даже положил какие-то подарочки. Ну это ладно, но не страшно. Запаха нет почти. Помпон немного помятый, и ну с него почти ничего не сыпется. Почти ничего не сыпется. Шапочка такая тянется, смотрите. Вот. Внутри говорили, что вот эта часть очень сильно лезет. Мы сейчас попробуем. Сейчас я ее выверну наизнанку и попробую потрясти. Ну, вообще, да, немножечко пух. Веревка какая-то. Вот смотрите. Ну это обрежем, ладно, не будем придираться. Ну, не так, чтобы что-то особо сыпется. Вот сколько я потрусил, с него упало. Вот, раз, два, три, четыре вот этих вот. Ну что, это катышка каких-то. Вот, собственно, вот такая шапочка. Ну, наверное, очень теплая она будет. В принципе, наверное, классно. Говорили, что она какая-то то ли желтит, то ли еще что-то. Не знаю. Может, я, конечно, дальтоник, но вроде она белая. Не, ну есть вот эти вот такие, как бы, знаете, как блески какие-то золотистые. Ну да, немножечко есть, наверное, все-таки желтизны, но не так, чтобы прям дико много желтизны. Ну и под горло вот эта вот накидочка. Эта хрень какая-то лезет с нее. Вот, ну, фиг знает, теплая она, не теплая. Так вот, наверное, будет теплая. Ну, не знаю. Еще такой вот комплектик. Плюс подарочек от китайца. Какие-то, типа, какие-то сережки, что ли. В общем, хрень какая-то очередная. Вот, в качестве подарка. Ну да да ладно. Вот такой вот у нас получился комплектик. Ну, вот этот помпон, его надо просто распушить. С него вот, я смотрите, вот трясу вот сколько. Ну, с него вот, ну, может, одна-две волосинки выпало, и все как бы. Ну, то есть, в принципе, шапочка достойная. Она тянется хорошо и, мне кажется, очень теплая. Вот, здесь вот это вот, ну, если кому-то напрягает вот это вот наклеечка, не наклеечка, а вот этот лейблик, его можно срезать, это не проблема, вот, и получить вот такую вот шапочку. Вот, данный комплект я брал на Рождество в качестве подарка, вот, по цене вот этот комплект мне обошелся в 529 рублей, шел порядка полутора недель. Ну, максимум 2, это максимум 2. Вот. В принципе, кому надо, еще успеете заказать. Вот. То есть, ну, не, на Рождество-то уже, наверное, не успеете. Вот. А так, если вот кому-то там надо срочно какой-то подарочек купить, вот в течение 2 недель китаец быстро прислал. По качеству, я говорю, нареканий нет, но я немножечко помятый помпон, но это, в принципе, из-за того, что лежал в пакете. А так, в принципе, ну, не знаю, мне кажется, вполне достойный подарок. На этом видео я заканчиваю. Если видео понравилось, ставим лайки, не забываем подписываться на канал. Всем пока!